мы продолжаем наш репортаж с места события. И как у вас дела в целом? Нормально, спасибо. Хорошо. Сұрақтар өте қиын болды. Онда сұрақта келетін ойлағанды жоқ бар ғой. Ой, не знаю, мне кажется, было нормально. В принципе, все, что мы проходили, все нормально. Қап, мүлдем уақыт шетпей қалды. Жұмысымды енді жазайын деп отыр едім, келіп дәптерін тартып алып кетті. Тарихты бекер таңдаппын бе. Ағылшынға бару керек еді, қыздар көп просто. Друзья, не надо нервничать. Не главная победа, а главное участие. Все это временно. Главное, что мы нашли новых друзей, что мы смогли узнать много общего с нашими коллегами из других школ. Мы посетили Шымкент, это тоже хороший плюс. И в честь нашей дружбы предлагаю спеть песенку про дружбу. Давайте. Мы согласны. Давайте. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей юг. Друг беды не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг беды не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Сұрақтар жоқ, қиын болған жоқ. Егер оқушы дайындалатын болса, егер оқушы дайындалған болса, онда сұрақтары қиын болады. Осы жаққа келген берсіз, өзіңізді достар табасыз. Я достар табамыздым, себебі біз бірге жаңағы басқа қалалардан достар таптым, және солармен жақсы қарым-қатынастамыз. Және олар достар тапқаныма өте қуаныштымын. Здравствуйте! И мы продолжаем наш репортаж «Место событий», и я, Рифхана Луиза, хотела бы задать вам несколько вопросов. Для начала, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Кусленова Жанна, я из города Семей, Нишкумен. Меня зовут Марата Деля, я из Курка, Я Рустам Владислав, из города Семей, Нишкумен. Очень приятно. Я бы хотела вам задать вопрос. Вообще, как ваше настроение после такой напряженной ночи? Действительно, было очень тяжело и готовиться на всю ночь. Можно сказать, даже не спали, готовились. И действительно, это было тяжело. И такое напряжение, и страх, можно сказать, перед самой Олимпиадой. Но первый тур, после того, как прошел первый тур, мы немного расслабились. Хотя потом к вечеру снова накалились эти эмоции. Второй тур тоже уже прошел, и теперь можно не беспокоиться. Конечно, есть небольшое волнение по поводу результата. Но я думаю, что все будет хорошо. Я тоже надеюсь. Как вы думаете, вообще довольны ли вы собой, как вы написали Олимпиаду второго тура? Лично я не совсем доволен. Это даже если кто-то проигрывает, то это новый вызов. Прийти сюда обратно и взять первое место. Поэтому я думаю, я не раскрыл свой потенциал до конца, поэтому я приду сюда обратно и выиграю. Я очень надеюсь, и я хотела бы сказать, что это не главная победа, главное то, что мы собрались, мы все сплотились, встретились, когда мы еще подряд такой шанс выпадет, правда ведь? И я желаю вам удачи, тем более, что сегодня вечером намечается дискотека. И я абсолютно хочу пожелать вам всего самого лучшего в дальнейшей вашей жизни. Это не первое и не последнее ваше соревнование. И желаю, чтобы сегодня вечером вы полностью...